Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish в белом цвете 2010 года выпуска на бензиновом двигателе объемом 1,8 литров мощностью 133 лошадиные силы, АКПП, полный привод. Автомобиль на хорошей резине литых дисках, имеется спойлер, камера заднего вида, установлены ветровики, пробег автомобиля 118 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, ткань, имеется 3 ряда сидений, мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, режим эко, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную стоимость и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.